Не просто укрепить иммунитет к зиме, но восстановиться после ковида можно в уникальной грязи лечебницы. В здравницу с вековой историей спешат со всего Казахстана. До пандемии в Жанакарганском санатории поправляли здоровье пациенты из ближнего и дальнего зарубежья. Их ждут и сейчас в связи с стабильной карантинной обстановкой. И как рассказал мои коллеги Шерипес Актагановой, в санатории принимают только вакцинированных пациентов с отрицательным ПЦР-тестом. Здесь грязь с удовольствием идут все, независимо от возраста и статуса. Вылечат всех, и женщин, и мужчин. Избавиться от накопленных к пенсии недугов намерен и Тулебай Усенов. За целебными грязью и минеральной водой специально с друзьями приехал из Кустаная. Бывший провизор зарекается. Больше ни одной таблетки. Там синтетика, а здесь естественное грязелечение, естественное там физиолечение. Очень полезно. Меньше надо принимать аптечные медикаменты, больше надо вот такие натуральные процедуры. Не только там грязелечение, не только суставы, и вот именно вирусные. Поэтому мы не ошиблись. Здесь, несмотря 1700 километров мы проехали. В годы войны в уникальной здравнице размещался военный госпиталь. В разгар пандемии – карантинный стационар. Сейчас санаторий работает на полную мощность, а это более 13 тысяч пациентов в год. Приоритет – иловая грязь, естественно возобновляемая бактериями озера Терескен. Грязью, ропой и минеральной водой лечат воспалительные артриты, радикулиты, урологические, гинекологические, кожные и заболевания желудочно-кишечного тракта. Новое направление – постковидное восстановление. Год 2-3 раза мы исследуем эту грязь и рапу на химический состав показания, чтобы ни отклонений не было от нормы. План реабилитации постковидных больных. Разработали такой план. И специально, кто перенес ковид, мы организовали специальное лечение. Кислородный коктейль, подводный душ, массаж, различные массажи. Солевая шахта и иглотерапия мы организовали сейчас. Дефицита в профессионалах здесь не испытывают. Текучка только среди тех, кто непосредственно работает в грязи лечебницы. Не все выдерживают постоянную высокую температуру и специфический запах целебной грязи. Потому и зарплата высокая – 230 тысяч тенге. В бонусах – витаминизированные завтраки и обеды, солидные премии. Шерипас Актапова, Тимирбек Какимов, телеканал «Атамикен Бизнес», Кызылординская область.